Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик, и сегодня у нас очередные эксперименты в GTA 5. И сегодня мы с вами протестируем трамвай. Смогут ли, ну хотя бы, пускай вот в районе 100 вот этих стоперов, тормозов, которые используются в гонках, смогут ли они остановить трамвай? Это не поезд, ребят, это трамвай. Трамвай, он не настолько заскриптованный, как поезд, потому что, убив водителя трамвая, трамвай останавливается. Поэтому я их вот здесь сейчас расположу. Или вот здесь прямо расположу их. И мы с вами посмотрим, что же получится. Ну что же, ребят, я их установил. Установил их действительно много здесь. Посмотрите, здесь их просто дохренища. Сейчас давайте я возьму какую-нибудь машину, и мы с вами убедимся в том, что все тормозит. А вон, кстати, у нас и трамвай уже. Ладно, стоп. Давайте тогда сразу проверим трамвай. И потом посмотрим на его результат. И уже после этого будем смотреть сравнение с автомобилем и, возможно, мотоцикл протестируем. И вообще любую технику сюда можно будет загнать и посмотреть, что же будет с ней. Так, все-таки оружие мне нужно, потому что если вдруг он не будет останавливаться, я хочу попробовать замочить водителя и посмотреть, должен он остановиться, остановится он или нет. Так, он начинает свое движение. Смотрим. Черт. По-моему, он замедляется. Но он не останавливается. Блин. Не могу его замочить. Чувак, мне нужна твоя тачка. Срочно, я должен подтвердить то, что... Да ё-моё. Вы посмотрите, какая здесь просто пробина образовалась. Ладно, я должен сейчас остановить его так или иначе, чтобы показать вам, что он не заскриптованный. Вот смотрите, я даже перед ним сейчас остановлюсь, и он тоже тормознет. Да ё-моё, чувак! Да я просто убью тебя, и все. Потом нам придется еще возвращаться назад, чтобы протестировать все это покрытие с другими автомобилями или транспортными средствами. Черт. Смотрите, а у него как будто пуленепробиваемое стекло, вот это, оно такое, вроде мнется, ну вернее, как следы остаются, оно не может мяться, это же стекло. Но как будто недостаточно. Все, смотрите. Водил у нас умер, и поезд, он теперь даже не остановился, так как он передо мной останавливался, он поехал дальше. Оу, черт. Но я уверен, что он сейчас остановится туда дальше. Смотрите, он уже останавливается. Кое-как такой доезжает. Блин, он не может ехать без водителя, и я уже проверял его раньше. Он не должен сейчас тронуться. А, вы посмотрите, он уже нигде не останавливается, он катится. Катится и катится. То есть, если бы я его замочил на месте его остановки, то ничего бы такого в принципе не было. Погнали тогда назад. Сейчас протестируем у нас это покрытие на других автомобилях. Возможно, если поедет другая электричка, я ее на месте стоянки. Так, и нам нужна другая погода. Вот такая отличная погодка. Да. Я, конечно, думал, что эта штука его все-таки остановит, потому что он, конечно, заскриптованный, но не на 100%, как обычный поезд. Все-таки трамвай здесь, он по-другому сделан. Итак, вот у нас эти наши тормоза, и буквально не остановили меня вот вообще прям за пару секунд. Как видите, они не дают разгоняться. То есть я так понимаю, что у них стоит какой-то именно ограничитель по скорости, и они не дают тебе разогнаться больше определенной скорости. Вот и все. Так, а можем ли мы здесь встретить еще одну электричку? Еще один трамвай. Что это вообще? Как называется этот транспорт? Напишите в комментариях. Да. Подождем. А пока давайте протестируем что-нибудь другое, какую-нибудь другую технику. Я думаю, что мы можем протестировать, в принципе, и танк. Так,
О, у нас едет следующий наш пациент. Сейчас мы его прихлопнем здесь. Вот смотрите, он останавливается перед машиной. Так, и мне нужно что сделать? Мне нужно взять какое-то орудие, которое прям 100% остановит его. Ох ты ж, черт возьми, он проехал просто по мне. Ребята. Я очутился прямо в нем. Так, а смогу ли я сам поехать на нем? Чувак, мне нужен твой поезд. Отдай мне свой поезд, Эй, чувак, стой, какого хрена? Стой, ты так не может быть. Как сменить камеру? Вы посмотрите, что происходит, он меня просто не выпускает. Причем надо понимать, как я туда попал. Это же вообще ужас какой-то был. Ты можешь остановиться? Так, хорошо, вот что мы сейчас делаем. Никто не мешает мне сделать телепорт. И телепорт только в другую сторону нам нужно сделать прямо сейчас. Так, где я вообще нахожусь? Да давай, давай. Черт. Вот где-то там должен быть район. Вот, давайте сюда сделаем телепорт. Вот сюда. Давай же, ну. Не получается. Вот, удалось мне, и сейчас сделаем туда телепорт, потому что, блин, что за дерьмо вообще происходит? Ужас какой-то. Ну, короче, вы сами видели, что он, конечно, заскриптован, но не на 100%. Это, знаете, как всегда, ты хочешь показать что-то конкретное, но у тебя это не получается показать. И все такие думают, ага, да-да, чувак. Ладно, давайте тогда уже танк проверим, как мы говорили раньше. Так, танк у нас где-то вот здесь должен быть, и вот он танк наш. Погнали теперь проверим танк, что он из себя представляет. Сможет ли эта штука его останавливать? Ну, с помощью, вернее, этот поезд бессмысленно пытаться затормозить такой штуковиной, потому что он... 100% заскриптован, прям вот на 100%, насколько это возможно, он уже заскриптован. Конечно, на электричку я думал, что она прям вот совсем остановится, ну вот этот, как он, трамвай. О, смотрите, танк тоже тормозит, ребят. Прикольно. Танк тоже тормозит. Ой, и горит еще вдобавок. Танк тормозит и горит. Ну что же, ребят, наверное, на этом тест вот этих тормозов можно закончить. Если он вам понравился, если вам было интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рекомендуйте это видео своим друзьям. И на этом все, всем пока.